Ну, это здорово, что Тёма уже знает, что он хорошо поет. Спасибо. Мы на 9 мая тоже исполняли одну из песен Исаи Шейниса, это «Письма отца». Вот, и приготовили сейчас еще одну песню. Исаи Шейнис родился в 37 году в Калуге, учился там. И когда был там Акуджава, то есть они как-то даже пересекались. Хотя, конечно, пересекались как ученики учителя, а не как, скажем так, начинающий поэт с начинающим поэтом. Потому что тогда Акуджава тоже был начинающим поэтом, скажем так. Но, тем не менее, знаем, что уже после вот этих встреч, они еще встречались в 85-м году и в 90-м году на юбилее знаменитой Калужской школы номер 5, где работал в том числе и Акуджава. И вот они там буквально перепевали друг друга своими песнями, такое устроили соревнование бардовское. Вот, и неизвестно, кто тогда победил в той битве. Вот. А Исаи Наумович Шейнис на самом деле незаслуженно, я считаю, неизвестен. У него очень хорошие песни, очень хорошие стихи, очень добрые песни. Он был педагогом, учителем литературы и, ко всему прочему, я так понимаю, гениальным педагогом. Все ученики из его выпусков перезнакомились друг с другом и ежегодно встречаются, им уже там по 60 там, с лишним лет, они ежегодно встречаются, все знают его песни наизусть, поют с удовольствием его песни. И я последние 2 года, когда приезжаю в Санкт-Петербург, вот как-то мы устраивали такие концерты между друзей, так, вот, и приходят ученики Шейниса и с удовольствием подпевают, и это самая, наверное, благодарная и самая удивительная аудитория, когда поешь, и весь зал вместе с тобой тоже поет все эти песни, которые для меня были абсолютно неизвестны. Вот. Но вот как-то так вот начал, как-то с удовольствием выучил штук 15, наверное, песен, и с удовольствием их использую вот, в своем репертуаре. Одна из песен – это «Остров сокровищ». Бардовские песни потихонечку начинаем воспитывать маленьких.
Вот. Ну и следующая песня, которую хочу исполнить, это «Цыганский танец». Ну, в общем, в принципе, я так понимаю, что цыганский романс, он всегда занимал большое место в творчестве всех бардов. Вот. Ну и Шельниц не был исключением в данном случае. Но самые замечательные слова, наверное, из этой песни, которые были в какой-то степени даже определителями нашей судьбы, вот нашей пары с Еленой в данном случае, это «Ты не жалей о том, что было, о том, что не было, жалей». Вот, замечательные абсолютно слова. И вот, а песня такая. Начинается, как будто не покоряется кому-то, и вдруг срывается душа. Тогда, мой милый, крепче за сердце булкает, держись, не то растреплют эти плечи твою налаженную жизнь, не то растреплют эти плечи твою налаженную жизнь. Пляши, покуда хватит сил, не торопеть, не перестанет, пусть станет пламенем твой танец, ты в свои очи не гаси. Я узкий гриф, как узкий стан, рукою нежной обнимаю. Пляши, пой, о чем мечтаю, пляши, кружи и рядом стань. О том, что не было, жалей.